Максимально позорный бой Артема Тарасова против Александра Емельяненко, который можно разделить всего лишь на два эпизода, как Артемка бегал и как Артемка приседал. Я велосипед, хейтерам большой привет. Весь бой Артем Тарасов просто убегал от Александра Емельяненко, а когда тот все-таки его догонял, то он просто падал на жопу. И самое интересное, что после такого бомжатского боя он начал нести несусветную чушь. Слушай. Не то, что я ожидал больше от Александра, я не ожидал от себя такого. Что я смогу там подготовиться там 2-3 недели, вот столько показать так, такой бой. Я не ожидал от себя, что я смогу показать такой бой. Какой бой? Ты просто бегал. Вся твоя подготовка за 2-3 недели это максимум на беговой дорожке. А, ну еще, наверное, приседание. Не, никаких нокдаунов не было. Это было вот такое движение. У нас была с тренером такая наработка. Пацаны, прикиньте, он реально эти свои приседания нарабатывал. И самый главный аргумент у Артема Тарасова это то, что я вышел с Александром Емельяненко, не каждый выйдет. Пацаны, за 5 миллионов выйдет каждый, я не знаю, я выйду, вы выйдете, да любой выйдет за 5 лямов. И я видел в Сашиных глазах, честно говоря, я видел страх. Я видел страх в его глазах, как и многие, кто там был. А нокдауны были в соцсети? Тёма, брат мой, в Сашиных глазах максимум, что ты мог видеть, это свою жопу, которая сжалась до таких размеров, что там бы иголка не пролезла. О чем ты вообще говоришь? В общем, еще много чуши было сказано по типу «Я попал по Александру Емельяненко». Да блин, трудно не попасть по человеку, который стоит на месте с опущенными руками. Также этот дундук выложил пост в Инстаграме. Ну что, хейтеры, вы должны быть очень расстроены. Во-первых, все писали, что мне придет конец через 30 секунд первого раунда. Судьи так вообще отдали мне полностью раунд по очкам. Я нанес больше попаданий и сделал сечку Александру. Что касается второго и третьего раунда, то что тут лукавить, не хватило мне выносливости, но при этом я тоже попадал, акцентировал на удары, поэтому по раундам проиграл 2-1. А теперь представьте на секундочку, я обычный блогер, физкультурник, дрался с одним из лучших тяжеловесов России за всю историю с нокаутирующими ударами. А теперь представьте, что вы нормальные люди, не пишите херню про то, что я велосипедил и тому подобное. В общем, до конца читать этот бред я не буду. Ты пойми, Артем, если бы ты действительно подрался, да даже упал бы ты в нокаут, да бы тебе все сказали, красавчик, молодец, действительно вышел, что-то показал, попытался, постарался, а ты просто пробегал. И после такого позорного боя рисуешь из себя классного типа. Я ему сделал сечку. Кто ему сделал последний раз сечку? Только Мага Исмин. Кто из топовых бойцов последний раз носил сечки? Емельяненко. Хочу реванша с Сашей по боксу на РЕН-ТВ. Конечно, хочу. Я хочу 5 миллионов за то, что я не умею делать. В общем, пацаны, напишите в комментариях, что вы думаете по данному поводу. И вообще, стоит ли Артема Тарасова брать в бои и платить ему такие гонорары. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и всегда будьте в курсе новостей мира поп-ММА и кулачных боев первыми.